Меня зовут Лара Шин. Я действующая актриса кино, коуч по актерскому мастерству. У меня есть книга «Мощный актерский мастер-класс». Если что, она стоит 500 рублей в PDF-файле. Так, теперь смотрите. Я хочу, чтобы сейчас каждый из вас закрыл глазки, и мы с вами сейчас начнем знакомиться. Я хочу, чтобы вы сейчас ощутили, где живет ваше имя. Я хочу, чтобы вы сейчас закрыли глазки и ощутили, где живет ваше имя. Прямо нашли то место, где оно живет. Может быть, это плечо, может быть, это пупок, может быть, это сердце. У кого-то вот-вот, вижу, открывается. Отлично. Кто ощутил, поднимите ручку, где живет тело. Отлично. Вот теперь вы подняли ручку, оставили один пальчик. И теперь вы дружненько попробовали от того места, где у вас живет ваше имя, поднять, провести такую энергетическую линию к пальчику и пальчиком нарисовать свое имя. Я хочу, чтобы вы сейчас пальчиком нарисовали свое имя в воздухе, можете внизу, можете большими буквами рисовать, можете маленькими буквами рисовать, как хотите. Но я хочу, чтобы вы сейчас ощутили свое имя. Молодец. Прям молодец. Вот человек ценит свое имя, называется. Так, я прям теперь знаю, как каждого зовут. Спасибо. Сейчас объясню. У нас есть скорость номер один. Мы сейчас начинаем тихонечко ходить, как улиточки. Пошли. Не по кругу. Мы занимаем все пространство с вами. Все пространство занимаем. Старайтесь друг за другом не ходить, не толпиться. Это у нас скорость будет номер один. Можно даже медленнее еще, потому что мы как улиточки с вами ходим. Отличненько, замечательно. Вот. Скорость номер два, это у нас немножко с вами побыстрее идет. Так, мы начинаем немножко побыстрее идти. Старайтесь не задевать друг друга. Давайте так, кто друг друга заденет, я буду тех людей убирать со сцены на неопределенное время. Так, поехали. Сейчас попробуем сделать так. Скорость номер три. Еще быстрее. Старайтесь занимать все пространство. Скорость номер четыре. Еще быстрее. И скорость номер пять. Быстро. Начинаем бежать. Только не сталкиваемся друг с другом. Отлично. По моему хвосту мы забираем какой-то. Отлично. Кому подхожу, начинаете, продолжаете жить. Отлично, Боба. Ага, молодец. Поехали, скорость номер один. Молодец. Буду к нескольким подходить. То есть придумывайте скульптуру. Когда я к кому-то подхожу, вы продолжаете это движение. Продолжаете это движение. Ага, отличненько, отличненько. Скорость номер пять. Не врезаемся друг в друга, не врезаемся. Скорость номер 5 соблюдаем. Не врезаемся, но и соблюдаем. Раз. Ага. Начинаешь жить этим движением. Давай. Начинаешь жить этим движением. Отлично. Начинаешь жить этим движением. А теперь я говорю 2, и мы с вами начинаем жить этим движением. 2. Все начинаем жить этим движением. Мне интересно, что у вас будет. О, отлично, там. Итак, скорость номер 4. Это быстро, но не так быстро. Скорость номер 4. Это быстро, но не так быстро. Ага. Раз. Отлично. Вот это интересно. Давай. Ребят, вы все начинаете танцевать. А попробуйте, вот, допустим, если я так стою, для чего я так стою? Ага, я мячик решила поймать. Понятно, да? Итак, 2. Начинаем жить, что мы хотели сказать. Куда-то пойти, например, в магазин за хлебом. Да, укрыться от дождя. Очень оригинальным способом. Скорость номер 6. Друг другу стараемся не врезаться, друг другу стараемся. Стоп! Что я могу в жизни так сделать? Что я могу так в жизни сделать? Ага. В жизни, если я так стою, я, может, по досочке иду, правильно? Придумывайте сейчас прямо на ходу, что вы можете сделать движение в жизни. 2.
Ага. О, пошел целый живой театр. Спасибо вам большое. Пошел целый живой театр. Молодцы. Скорость номер два. Угу. Молодцы. 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 Теперь, девчонки, я буду, то есть, вам говорить эмоцию. Мы ходим, ходим, ходим. Я буду говорить эмоцию. Вы смотрите глаза в глаза. Сейчас пока ходите и смотрите друг другу глаза в глаза. Ищите глаза партнера. Вот там как-то все по кругу пошли. Ищите глаза партнера. Прямо ходим и смотрим, ищем глаза партнера. Глаза партнера. Мне надо ваши глаза, ваше лицо. Ваши глаза мне надо, ваше лицо. Ваши глаза, ваше лицо. Теперь мы смотрим друг на друга в негативе. Что-то у нас такое случилось. Мы расстроены. Дома у нас что-то случилось. Утюг любимое платье прожег. Мы злые сейчас. Смотрим глаза в глаза в негативе. Негативные эмоции. Отлично. Теперь мы ходим и смотрим друг другу глаза в глаза с обидой. С обидой. Мы обиделись на кого-то. Мне нужны именно глаза в глаза. Девчонки, не работаем в пол. Обида, обида, глаза в глаза. Глаза в глаза. На пол не смотрим. Молодец. Отлично. Теперь мы смотрим друг другу глаза в глаза с грустью. Теперь мы смотрим друг другу глаза в позитиве. Широко друг другу. Вот, у нас позитив пошел. Молодцы. Отлично. А теперь позитив. Теперь друг с другом, кого встречаем, здороваемся, говорим, как зовут. Лара. 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 Вы стараетесь? Стоп. Ребята, остановились. Вы друг друга уже знаете, почему бы не познакомиться с другим коллективом, ребят? То же самое. Поехали. Лара. Рита. Я. Лара. Лара. Саня. Рита. Перезнакомились? Ира. Молодцы. 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 По трое! О, отлично, молодцы! Скорость номер пять! Мечта. Мечта. Отлично. Итак, гусеницы, снеговики.
Хорошо. Так. Уважаем своего партнера.
Если кто-то улыбается, то зеркало тоже должно улыбаться. Вот в чем дело. А если у кого-то там что-то в школу не хочется, потому что сегодня диктант, а я пишу сочинение на два, то значит, молодцы, девчонки. Так, отлично. Супер. Все, теперь отлично, молодцы. Теперь работает товарищ номер два. Номер два, товарищ сейчас пойдет у нас, вернее, будет заниматься в фитнес-клубе. Опять же, мы не вот так вот бежим, да, а мы тихонько, аккуратно занимаемся в фитнес-клубе. Мы помним, что это наш партнер. Поехали, номер два. Зеркало у нас номер один, а фитнес у нас занимается... Ну, смотри на своего партнера, потому что зеркало там, или кто у вас зеркало? Ага. Давайте, поехали. Боком старайтесь не работать друг другу, старайтесь работать друг другу лицом. Молодцы. Где? О, вот тут фитнес, так фитнес. Тут уже жим пошел. Так. Да, ага. Так, только на голову человеку не наступите, пожалуйста. А то тут во всю фитнес пошел. Тут тоже жим пошел. Жим ногами никто еще не сделал. Отлично. Супер, как у вас, какой хороший фитнес, да, вот теперь прям можно у нас с вами потанцевать будет. Что ж, отличненько, теперь мы с вами остановились, друг на друга посмотрели, снова встаем, да, и теперь смотрите, что я вас сейчас попрошу, где стояли, там и стоим. У меня вопрос, ребятки, такой будет небольшой. Скажите, пожалуйста, вы наблюдаете за выступлением других ребят? Конечно. Теперь вы не просто будете наблюдать. Вернее, когда вы наблюдали, вы видели, что один выделяется из всей толпы? Есть такое? Да, есть. Вот. Не только солирует. Там может быть на заднем плане человек так себя вести, что энергетически, что он будет выделяться. Теперь вы можете так и смотреть, наблюдать за своим коллективом или за другим. Так вот, что мы сейчас с вами сделаем. Смотрим друг на друга, и я буду смотреть на вас. Ваша задача будет спрятаться. Но спрятаться следующим образом. Я хочу, чтобы вы сейчас мысленно всю энергию собрали вот сюда. Вот так вот. И чувствовали, ощущали, что у вас происходит. Я буду подходить и говорить, спрятался человек или нет. Просто попробуйте с ног собрать мысленные энергии в воображении и собрать его в центр. И чтобы он там в маленький комочек он собрался. Да? Кто-то начинает закрываться, но ты не работаешь. Пробуем. Как будто вот эта энергия у вас идет. Девчонки там молодцы. И мы как бы становимся такие, там маленькая точечка. И получается так, что вас не будет видно. И получается так, что я вас просто не буду видеть. Лучше в глаза здесь, девчонки, не смотреть, сосредоточиться на себе, именно на своих ощущениях. Александр, молодец. Молодец, кстати. Ага, умничка. У тебя даже тело само заработало. Молодец. Если вы будете это делать, то не выходи, потому что мы дальше другое будем делать. Ага, на себе старайся ощущать, работать на себе. Здесь можно руки даже отпустить. Старайся на себе. Собирайте прямо. С плеч, с рук. Молодец, умничка. Можешь сильнее. Давай. Не наблюдай за меня. За мной. Молодец. Полностью просто спрятались туда. Умничка. Молодец. Не работаешь. Вот попробуй прямо вот отсюда. Везде собрать. Вот сюда и маленький комочек сжать. Вот примерно вот так нас не видят люди. Когда мы полностью внутри себя. Нас люди не видят, мы просто становимся невидимками. И если вы будете в таком состоянии танцевать, вас тоже зритель не заметит. Кто-то там был, а кто был, непонятно. Теперь смотрите, что мы с вами делаем. Мы вот этот вот маленький вот комочек внутри себя, мы начинаем его делать большим. Просто в воображении представьте, большим. Мы занимаем пространство собой, сцену. Мы занимаем сцену. Сцену занимаем весь город Москву энергетикой. У нас энергетика, молодец, умничка, энергетика пошла, Москву заняла. Весь земной шар, мы стали большими, нас стало видно, мы стали
Вот я бы хотела вот в этом случае показать, когда, если ты полностью свою энергетику туда отдаешь, у тебя плечи расправятся, это вот, девчонки, вот посмотрите, пожалуйста, вот на эту девчонку. Вот эту девочку увидят, понимаете? То есть не то, что как мы одеты, как мы выглядим. Мы можем выглядеть супер, но при этом нас могут не видеть люди, потому что наша энергия находится вот где-то вот здесь. Попробуйте сейчас прямо вот взять весь этот зал. Ну-ка, вот там вот поставьте, пожалуйста, горы. Вот там вот горы поставьте, и я сейчас на вас посмотрю. Просто вот там вот воображение поставьте горы. Супер, молодец, умничка. Вообще, актриса сразу. Молодец, молодец. Туда прям давай, бросай эти горы. Отлично, Александр, даже можешь сюда выйти, я тебе разрешаю прям вот в это пространство туда кидать. Спасибо большое, молодцы, поаплодировали сами себе. Ничего, мы с вами сделали это упражнение. У меня просьба, когда вы будете сидеть в зале, наблюдать за коллективами, прямо вычленяйте человека, который дает энергию в зал. Договорились? Теперь смотрите, теперь почему мы с вами делали это упражнение, с телом мы с вами сейчас поработаем, чтобы вы все поняли. Я хочу сейчас, чтобы вы показали руками, кистями, грусть. Покажите, как, вот поднимите ручки, как можно кистями показать грусть. Как можно, кистями, не руками, кистями. Молодец, молодец, молодец. Вот так вот сейчас опустите кисти вниз. Ага, кисти вниз опустите. Кому стало грустно? Грустно, да, отлично. Вот сейчас прочувствуйте. Ага, супер. Грустно кому стало. Теперь как мы можем кистями показать радость? Ага, я прям сразу заулыбалась. Вот. Теперь смотрите, немножечко вот туда шаг сделали. Сейчас мы с вами сделаем одно интересное упражнение. Сделайте так, чтобы вам свободно было. Свободно было. Угу. И на меня еще немножко. Чтобы свободно было, и на меня еще шагните, девчонки. Отлично. Смотрите, ваше тело, все ваше тело, мы сегодня полностью с нашим телом работаем. Это будет определенный глагол. Что такое глагол? Действие. Действие. То есть, когда мы говорим «я тебя люблю», это что значит? Я действую. А как я могу показать свою любовь действием? Можно так показать, а можно... Провести вместе время. Заботиться о человеке. Поэтому «я тебя люблю» — это имеется в виду действие. Мы должны что-то сделать для человека. А когда мы говорим «я счастлива», это что? Это радость. Я счастлива. Смотрите, я счастлива — это ни о чем. А если я начну действовать... И делать, что я могу сделать для себя, чтобы стать счастливой? Купить себе что? Ой, это что тебя радует? Так, что, а что тебя радует? Ой, еда. Еда. Что тебя радует? Мы даже не знаем, что нас радует. Как мы можем быть счастливыми? Что? Пицца мне. Ага, тебя пицца радует, отлично. Время с близкими провести. Время с близкими провести. Вот самый счастливый человек в этой, на этой сцене. У-у-у. Так вот, глагол — это действие. Смотрите, сейчас наше все тело — это будет глагол. Вы будете и волосы — глагол, и ноги, и пальцы на ногах, и пупок. Я говорю глагол, и мы с вами начинаем действовать всем телом. Я посмотрю, кто из нас самый зажатый будет. Девчонки, вот так вот встаньте на ширине рук, чтобы было свободно. Кому места не хватает, идите ко мне сюда. Кому места не хватает, идите ко мне сюда. Итак, глагол. Мы сейчас полностью глагол. Лететь. Поехали. Глагол лететь. Стоим на месте. Глагол лететь. У нас все работает. Все. И попа работает, и спина работает. И стопы работают. Вы полностью представьте, что вы один глагол лететь. Вы один глагол лететь. Вот там вот вижу, классно летает. Отлично, глагол бить. Вы теперь полностью один глагол бить. И глаза тоже бить, не только руки. Бить, 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 бить. Стукать, бить. Это нелегко. У тебя работают только руки. Голова не работает, а ты полностью глагол бить. Спина тоже полностью. Спина.
ты глагол мыть, что хочешь. Что хочешь, глагол мыть. Очень странно, да. Вот, кстати, полностью глагол, да, мыть. Даже голова, молодец. Так, работаем, работаем. Глагол мыть. Кстати, очень классно, потому что, смотри, ты моешь, нет. Нет. Ну-ка идем сюда. Вот сейчас я вам покажу то, что неправильно. Иди сюда, иди сюда. Помой, пожалуйста, помой. Помой, помой. Вот, человек моет. Глагол мыть. Это она делает действие мыть, а ты глагол мыть. Ты полностью глагол мыть. Даже твои косички мыть. Ну-ка попробуй. Глагол мыть. Вы тем более танцуете, вы все это умеете делать. У вас свобода. Во! Спина тоже моет? Во! Да не обязательно мыть пол. Молодец, давай, 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 давай. Спина, 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 глаза, глаза тоже моют. А теперь мы глагол рисовать. Давайте все дружно нарисуем солнышко. Давайте мы, то есть мы полностью глагол рисовать, и мы рисуем с вами полностью солнышко. Отлично, отлично, вы мои хорошие, молодцы. Фух. Так, кому поставить 5? Мне, девчонки, очень понравилось, как вы отвечали на вопросы. Супер просто. Итак, запомнили, что слово «люблю» – это ни о чем. А вот если мы будем делать какие-то действия, то мы будем этого человека что делать? Любить. То есть глагол «я счастлива», то есть слово «я счастлива» – это ни о чем. А если мы будем для себя что-то хорошее делать, то это… Действие, то вы действительно будете счастливы. Найдите этот ресурс, в котором вы счастливы. Так, отличненько. Сколько у нас еще осталось? Скажите, пожалуйста. Отлично. А теперь я сейчас буду каждого видеть. Вот там у нас какой-то немножко это, сюда кого-то бы надо, побольше которого. Итак, теперь мы с вами идем со скоростью, и я буду говорить «а вдруг», и вы застываете, когда я говорю «а вдруг» что-то. Да-да, ходим по всей сцене, тихонечко, в своем темпе, смотрим друг другу желательно в глаза, вот, видим друг друга, какие эмоции, да, вон кто-то там Рэмбо целый ходит. Так, отлично, мы куда-нибудь идем и вдруг понимаем, что что-нибудь забыли. Ага, сейчас скажу, кто играет. Молодец. Так, молодец. Тут что-то серьезное забыли. Что забыла? Телефон. А, кто подсказал? Итак, отличненько. Идем дальше. Мы в своем темпе смотрим друг другу глаза в глаза. Угу. Так. И вдруг выстрелили что-то неожиданное. Ага, отличненько. Девчонки, напомните мне потом отдать вам сертификаты и сделать фото совместное. Хорошо, то я все время забываю в конце. Отлично. Что неожиданно увидела? Динозавр. Точно! Ой, извини. Так, идем дальше. Что неожиданно увидела? Вот смотрите, в актерском мастерстве слова «не знаю» нет. Ну, допустим, ты могла увидеть пирожок. Ну да. С ручками и с ножками. Ну нет, ну а если в... Ну смотри, он на тебя бежит, вон, смотри, смотри, настоящий, с мясом. Мясо по дороге тебя, во, молодец. Умничка, что увидела? Колобка. Колобка, отлично, идем дальше в своем темпе. Молодец, что увидела? Птицу, которая плавает. Птица, которая плавает. Пингвин называется. Не пингвин. Голуби, отлично. Идем в своем темпе, никуда не торопимся. Который вам очень нравится. Ой, сразу такие. Так, кого увидела? Ну давай, мальчиком делай. Ой, девочка. Так, а она тебе нравится почему? Потому что она сэр. Вот это интересно, кстати. Очень хорошее воображение, молодец. Так, я надеюсь, это не она, Шрек. Так, ну-ка, застыли, я иду. О, отлично. Кто там? Я увидела свою любимую учительницу. Свою любимую учительницу. Молодец. Сразу сказала, да, взглядом говоришь, хочу пятерку. Да, молодец. Так. Ой, отлично. Ты больная, застыня. Подругу, да? Ага. Ой, а вот там вот точно мальчик.
мальчика, который приоткрыл мне дверь. Ну какой ты чудесный! Кстати, молодец, очень хорошее воображение. Идем дальше. Смотрим друг другу в глаза. Это золотое правило. Ты своего брата? Кто своего брата? Так, идем. И вдруг понимаем, что у нас на чулке дырка, а мы идем на очень важную беседу. На чулке дырка. Отлично, молодец. Молодец. Где дырка? Покажи. Молодец. Что будешь делать? Зашить или отдать? Зашить. Ты идешь по дороге. Деньги мама карманные дает? Да. Заходим в магазин и покупаем, правильно? Да. Да, главное выйти из положения. Отлично, молодец, умничка. Где дырка? На ботинке. На ботинке. Молодец, умничка. Так, вот там мне очень нравится. Так. Куда идем? Иду к бабушке. Так. Несу пирожки, да? В лесом. Там серый волк, и я тут от него бежала и за елку зацепилась, да? Молодец. Так, идем дальше с вами. Угу. Так. Так, теперь смотрите, мы что с вами делаем? Все стоп. И теперь я вас попрошу показать мне телевизор. Как вы сможете показать телевизор? Своим телом, девчонки, своим телом. Своим телом. Молодец. Вот они там стоят сзади. Вот тут решили по парам показать. Молодцы. Вот тут надо кто-то, чтобы пингвинов показывал. Кто-нибудь готов показывать пингвинов? Можно даже два пингвина показать. Отлично, немножко сюда отойди. Даже три пингвина вот здесь. Так, отлично. Тут, наверное, о чем? Наверное, медицинский анализ. Да, я правильно понимаю? Слушай, а покажи сейчас своим лицом новости. Вот у тебя хороший телевизор. Покажи новости. А? Да, молодец, только без звука. Я выключила звук, отлично. Вот, супер. Вот там вот тоже хороший телевизор. Что у тебя? Новости. Новости, так я понимаю, веселые. Все у нас хорошо, солнце вышло. Дождя нет. Отлично, погода. Так, вы, девчонки, что показываете? Телевизор. Хорошо, телевизор. Лицом тогда покажите мне какую-нибудь передачу. Молодец. Вы вдвоем, значит, в паре работаем. В паре работаем. Молодцы, молодцы. Отлично, это у нас вышло из телевизора, как я понимаю. Я показываю на вот этот телевизор и то, что я держу. Тоже интересно, молодец. Наша находка хорошая. Так, что показываешь? Я поняла, программа в телевизоре есть? Да, отлично, про людей. А какие люди? Ну-ка еще раз покажи. Так, отлично. Супер, тоже красивый человек. А теперь я попрошу показать мне телевизор, который выключен. Выключен телевизор. Зачем? А, да. О, молодцы, молодцы. Нашлись. То есть телевизор выключен. Собрали все внутрь себя, глазки закрыли. Молодцы, я просто перевернула телевизор, да, теперь он показывает на ту стенку. Ясно, и теперь тоже туда, на стенку, да. Молодец, умничка, умничка. У нас еще время есть? У нас еще время есть? Минуту, нет. А? Нет. Две минутки? Две минутки? Ребята, тогда я вас попрошу, сейчас встаньте, пожалуйста, все. Я попрошу вас закрыть глаза. Я сейчас вас попрошу закрыть глаза и представить сейчас, что вы на самой-самой большой горе мира. Я попрошу сейчас сделать это для себя, девочки, это не для меня. Я хочу, чтобы вы сейчас почувствовали в себе счастье, радость, удовольствие, восхищение. Нет, мы закрыли глазки, представили, что мы стоим на самой-самой высокой горе. И теперь... Когда вы откроете глаза, вы увидите все красоты мира, все, что вы хотите увидеть. Вот прямо почувствуйте, открывайте глаза и увидите вот это все, что вы хотите увидеть. Я не знаю, может там будет Оскар стоять, может это будет какое-то первое место, может это будет египетские пирамиды, но все красоты мира. Я хочу, чтобы вы запомнили вот это вот ощущение сюда себе в душу.
Вот сюда его поставьте. Это Александр, спасибо вам большое. Вы просто открытый человек, просто замечательный человек. Благодарю. И вас как зовут? София, тоже благодарю сегодня за работу. Благодарю за работу. Молодец, только плечи расправь немножко туда. Умничка. Ты постоянно в открытой позе, это хорошо. Не боишься, ты открываешься миру. Может быть, не передо мной, но миру ты открываешься. Молодец. Но, ой, вы просто чудо, чудное. Я хочу, чтобы вы все свои положительные... Кто сейчас ощутил положительные эмоции? Я сейчас хочу, чтобы вы взяли себя за мизинчик и вот так вот за мизинчик заикарили. То есть, смотрите, вы можете всегда сюда икарить хорошие эмоции. И когда вам плохо, вы просто можете за мизинчик держаться. Но мизинчик имеет свойство заканчиваться. Там может быть батарейка заканчиваться. И вы тогда вспоминаете что-то хорошее. И снова вот так вот трогаете свой мизинчик. Теперь считайте, что этот у вас мизинчик. Это мизинчик счастья. Ну-ка покажите мне мизинчик счастья. Мизинчики счастья мне покажите. Отличненько! Я благодарю вас за наше сегодня занятие, ребят. Сейчас мы возьмем сертификаты, сфотографируемся, хорошо? 3-4.